Звезды призывают всех знаков зодиака 13 июля быть бдительными и ответственными, желательно избегать бессмысленных конфликтов. Овны, для вас 13 июля актуальными станут профессиональные вопросы. Вероятно, произойдет серьезный разговор, который приведет к переменам в работе. Есть шанс, что вы получите деньги неожиданно для вас. Это может быть любой источник дохода – премия, родственники или другие. Тельцы, вам захочется что-то изменить в себе и стать более заметным человеком. Перемены могут быть не только во внешнем виде, но и в общении, в отношении к каким-либо вещам. Вы можете начать спор с людьми, которые близки вам. Говорить вы будете много, но, увы, не всегда по делу. Близнецы, вероятно, вы поменяете подход к работе с деньгами, документами, продажам и другой любой интеллектуальной деятельности. Какие-то гениальные идеи вы захотите воплотить в жизнь, они могут удивить даже вас. Как-то вы раньше до этого не додумались. Раки, учтите, что ваши деловые партнеры могут не соглашаться с вашей точки зрения. Это отрицательно скажется на рабочем процессе. Воздержитесь от принятия важных решений, подписания договоров, контрактов. Не исключено, что про вас в этот день будут ходить сплетни. Львы, в вашей голове много мыслей о работе, но как бы вы ни старались, не получается учитывать все детали. Еще и переживания о здоровье помешают сосредоточиться на делах. На работе вероятные изменения, они произойдут быстро, и вы не сразу осознаете их. Девы, 13 июля у вас могут возникнуть идеи, которые вы с радостью внедрите в работу. Хорошо помогать в делах коллегам и друзьям, а также принимать от них помощь. Но важные документы лучше не подписывать и не работать с большими деньгами. Вероятно, неожиданная волнующая ситуация в личной жизни. Весы, в середине недели вам придется решать личный вопрос во время рабочего дня, или близкие будут надоедать своими звонками и мешать рабочему процессу. Вероятно, изменения в семье, это может касаться как жилья, так и взаимоотношений. Есть вероятность, что приедут гости, это будет неожиданно, но приятно. Скорпионы, для вас будет важным сделать так, чтобы все остались довольны. На работе придется учитывать интересы двух сторон, искать компромиссы, но подписание важных бумаг пока отложите. Партнер в личной жизни может приятно удивить, а вот родственники будут перетягивать одеяло на себя. Стрельцы, 13 июля финансовая сфера будет актуальна для вас. Вы можете задуматься о кредите или о том, чтобы взять в долг у знакомых. Но при оформлении документов могут быть какие-то недоразумения. В работе, вероятно, найдете выход из какой-то неприятной ситуации. Козероги, будьте готовы к трудностям в общениях с людьми, с которыми вы будете взаимодействовать. Вам сложно будет концентрироваться на важных делах, поэтому займитесь текучкой. В творческих проектах и предпринимательской деятельности возможен некоторый прорыв. Водолеи, вы можете узнать, что на работе о вас ходят слухи. Это может подпортить настроение. Работать вы будете спустя рукава и ждать, когда закончится рабочий день. Дома вы сможете найти подход к близким, что нормализует атмосферу в доме. Рыбы, с единомышленниками вы сможете совместно придумать какой-то проект и реализовать идеи. Вы можете поставить какую-то общую цель, мечту и начать двигаться к ней. Развлечения – не самое лучшее времяпрепровождение для вас. Свидание пока тоже отмените. 13 июля всем знакам зодиака следует быть осторожнее. Любая авантюра плохо закончится. Звезды знают, что говорят.